Сегодня исполнилось 2 года с момента первого выхода в эфир национального телевидения «Чувашии». Поначалу вещание шло в тестовом режиме, но уже через неделю на канале появились первые программы собственного производства, в числе которых «Республика» – информационные выпуски на чувашском и русском языках. Национальное телевидение стало первым в республике телеканалом, применяющим технологию беспленочного производства. Для специалистов это символ перехода в эру цифрового вещания, для потребителей – высокое качество изображения и звука. За эти 2 года коллектив национального телевидения создал около 30 цикловых программ на чувашском и русском языках. О жизни на селе, о народах, живущих на территории Чувашии и за ее пределами, о работе органов власти и Госсовета Республики. Я рад, что есть такая телекомпания, которая вот с первых дней начала себя показывать с хорошей стороны. И за этот короткий срок смогли завоевать авторитет у жителей и телезрителей нашей республики. Копилка телеканала пополнилась программами, которые полюбились детской аудитории. «Бухты-барахты», «Пошептушки», «Акел-бупсер». В этом сезоне появилось еще несколько новых проектов, среди которых молодежная передача «Яшчух-Щамрокчух». Все, кто выступает за сохранение народных традиций, языка и культуры, оценили наши усилия по достоинству. Мы, буранские бабушки, поздравляем национальное телевидение Чувашии с днем рождения! Дечкилашком доме, дечкилашком эше, ворнычкевну налэн, дечкилашком доме, ворнычкевну налэн, дечкилашком доме. Фильмы, спектакли, передачи, записанные в разные годы, документальная хроника и художественные фильмы на чувашском языке из фондов Государственного архива электронной и кинодокументации, прямые трансляции важнейших событий, записи спектаклей и концертов – все это можно увидеть на нашем канале. Сейчас вещание ведется во всех сетях операторов кабельного телевидения Чебоксар, Новочебоксарска, Козловки, Цивильска, Кугейсь, Мариинского Посада. В планах расширить зону вещания. Национальное телевидение вещает в режиме онлайн. Надеюсь, что в ближайшие годы будут целый ряд хороших передач, которые будут сеять культурное, вечное среди ваших почитателей. Ольга Григорьева, Республика.